10 человек остаются в критическом состоянии после страшной аварии на трассе Дон. Столкнулись с заполненной туристами автобус и грузовик, перевозивший гравий. Всего травмы получили более 20 пассажиров. Вот так выглядело место ДТП. От удара транспорт превратился в груду металлолома. Жертвами стали 6 человек. Детей в салоне не было. По предварительной версии, автобус влетел в попутный грузовик. ДТП случилось поздно ночью, поэтому есть предположение, что водитель просто уснул за рулем. Паломники возвращались в Нижний Новгород из Абхазии. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах разбираются следователи. Тем временем в МЧС открыли горячую линию, номер на ваших экранах. По этому телефону можно уточнить всю информацию о погибших и состоянии пострадавших.